Привет, с вами Музей роботов Трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель Transformer Pro из серии Трансформеры Prime, Best Hunters, Киберверс, Легион класс. Идет он в комплекте с таким орудием молотом. Сам из себя представляет своеобразное переиздание модели Смокскрина, но это уже полицейский трансформер, герой вселенной Трансформеры. В самом сериале Трансформеры Prime он не появлялся, но был выпущен в линейке Трансформеров Prime, поскольку такой персонаж существует во вселенной Трансформеры. Хорошо, начнем же его трансформацию. Для этого нам надо сначала освободить ноги, затем освободить руки. Сюда вот их выводим. Далее ставим сюда бампер, ножки, выворачиваем ручки. Да, здесь они не так хорошо стоят, как у смокскрина. Есть вероятность, что данную модель уже делали на излете ресурса пресс-формы, благодаря которым отливаются детали. Поэтому трансформеры имеют конечное количество, поскольку пресс-формы достаточно дорогостоящее устройство для отливки деталей из пластика, тем более для трансформеров, поскольку здесь достаточно высокая точность каждой детали, поскольку требует их соединения и трансформацию. Поэтому иногда компании идут на хитрость, на базе одной модели выпускают разные образы персонажей, очень похожих друг на друга, с целью окупить затраты на разработку трансформеров, их прототипирование, то есть создание прототипа, и в последующем на их производство деталей, сборку, упаковку и получение кучи разносторонней документации для их продажи и их логистики. Мало кто задумывается, но на самом деле логистика между странами — это одно из самых сложных мероприятий, которое только возможно. Хорошо, давайте в обратную сторону его трансформируем. В обратную сторону чуть-чуть легче. Вот эта часть. Так, стоишь ровно-ровно. Вот и все. Все стало на свои места. Все ровненько, все аккуратненько. Ну, стилистика. А вот здесь почему-то не ровненько, не аккуратненько. Ну, теперь точно все. Все идеально, все на своих местах. Нигде нет чудовищных зазоров. Все детали, элементы, поверхности действительно создают эффект автомобиля. Да, он даже может кататься. Хотя... А, да, здесь нету этой проблемы, как у некоторых других моделей трансформеров. На этом завершаем видеообзор. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, вы узнаете, увидите много интересного. Если можете, становитесь спонсором музея. Ваши финансовые возможности, подаренные или переданные в фонд музея, помогут нам жить и развиваться. Ну, или если у вас есть возможность подарить трансформера оригинального для сохранения в истории, сделайте это, и вам это зачтет став карме. Всем до скорых встреч!